Всем привет! Вы на канале Arma TV, и сегодня я рад представить вам отличный набор новых модов для нашей любимой игры, которой, кстати, совсем недавно исполнилось 10 лет. А начнем мы с модика на экипировку. Мод называется VD, если сокращенно. Мод весит, ребята, 800 мегабайт. Контента здесь не очень много. Мод самостоятельный, не требует для своей работы никаких других аддончиков. Но весит столько, потому что очень качественные, хорошие текстурки. Мы их сейчас все с вами обязательно внимательно посмотрим. Глядите, насколько качественно проработаны даже наколенники. Форма классная. Единственный серьезный ее косяк — не поддерживает шевроны. Это жалко. Если бы можно было еще и шеврончики сюда лепить, было бы вообще потрясающе. Мы с вами сейчас с помощью этого небольшого модика кастомизируем бойца. Мне, наверное, нравится вот эта форма с рукавами и перчатками. Есть здесь также и жилеты. Базовая плитоноска. Мы ее сейчас с вами оценим более внимательно. Отлично прилегает по фигуре. Хорошо смотрится, высокая детализация, все элементы плитоноски, которые должны быть трехмерными, трехмерные, хорошее разрешение. И смотрим дальше, что у нас с вами есть. Единственное, что вот в этом варианте почему-то не поклали гранату в подсумок, что немножко странно. Ну, наверное, так и было задумано, потому что есть такой же вариант уже с гранатой. У нас с вами сбросник. Много каких-то мелких деталей. Все сделано просто шикарно, ребята. Я поэтому и представляю вашему вниманию в первую очередь этот модик. Оставил его себе в коллекцию. На всякий случай может пригодиться. Глядите, теперь у нас вот здесь у гренадера есть граната. Ну и у нас заряды для подствольника, магазины. Один из авторов этого мода, тот человек, который создает Vehicle Pack Украины, тоже потрясающий мод. Вот, видите, если человек талантлив, он талантлив во всем. Принял он участие и в реализации для Армы этого модика. Согласитесь, все сделано просто на высочайшем уровне. Отсюда и вес. Глядите, даже пины есть какие-то на магазинах. Есть у нас вот такой рогоносец. Это, пожалуй, уже перебор. Будет забавно видеть такого чела, бегающего по полю. Но его можно посадить, не знаю, в каком-нибудь штабе. Проверим с вами, работает ли у нас кобура. Пистолет надо только подобрать какой-нибудь более подходящий. Кобура, по-моему, немножко великовата для стандартных пистолетов. Но, в общем-то, рабочая. Как вы видите, много деталей в жилетах. Медик у нас. Утилитарочка. Проверяем с вами всегда застежки. Видите, застежка даже трехмерная. Видно, что люди старались, делали как для себя, с чувством, с толком, с расстановкой. Это, скорее всего, какие-то жгуты. И хоть как такового контента в этом модике не так, чтобы слишком много, но для того, чтобы кастомизировать 2-3 отряда бойцами, которые будут друг от друга чем-то отличаться по экипировке, вам этого мода вполне хватит. Еще один радиомен. Здесь у нас уже флаг. Радейка за спиной. Есть дополнительная увеличенная антенна. Вот это мне очень нравится. Мы, скорее всего, этого радиомена с вами и оставим. Его же можно будет и проверить на совместимость с рюкзаками. В этом моде есть рюкзаки. Посмотрим, как они будут работать вот в таком варианте, когда на спине уже достаточно всего и так. Шикарно все сделано, просто обожаю такие моды. Правда, не так часто их использую ввиду размера. 2-3 таких мода, и вот у вас уже
3-4 гигабайта будет весить. Дончики для компании или для миссии. Интересная фишка у нас с вами. Нож. Видите, как сделан? Я такие мелочи в экипировке очень люблю. Мод я, ребята, не распаковывал. Не знаю, насколько легко или просто его будет ретекстурировать. Вот сюда при желании можно добавить своих падчиков. Глядите, у нас с вами какой-то ганнер. Ну, он же, наверное, инженер, скорее всего. У нас есть мультитул, отвертка. Вот эта плитоноска, скорее всего, несовместима с рюкзаками корректно. Как видите, здесь уже хватает всяких утилитарок, дополнительных каких-то подсумков под гранаты, перчатки. Оставляем с вами радиомена. И смотрим рюкзаки. Так они смотрятся в данном случае. Я скажу, что в общем-то потихонечку вошел. Каких-то серьезных конфликтов мы пока с вами не наблюдаем. Но вот здесь только у нас есть небольшой косячок, как вы видите. В целом, ну, с флагом чуть-чуть. Ну, флаг это тряпка, можно спустить на тормозах. В общем-то неплохо. Я думал, будет больше с этим проблем. Так сильно не бросается в глаза. Рюкзачок с шеврончиком, с патчем. Мы его, наверное, с вами и оставим. Но вот единственное, что да, вот когда ставишь большой уже рейдовый рюкзак, тогда косяки все вылазят наружу. Радейка у нас внутри этого рюкзака. Из рюкзака торчат эти антенны. Рейдовый рюкзак не подходит. Остальные все более или менее. Ну, какой мы выберем? Давайте выберем... Здесь ничего особенного нет. Это все те же самые старые добрые обскоры, которых в арме чуть больше, чем очень много. Здесь обскоры на хорошем, нормальном уровне. Хорошие, качественные обскоры. Просто мы этих шлемов уже видели сотни. Вот такой у нас боец получился благодаря новому моду для Arma 3. Мод, ребята, отличный. Рекомендую. Следующий аддончик добавляет игру самолет Су-24М в двух вариантах. ВСУ Украины и старый советский вариант. Су-24, ребята, ну реально малость подустаревший самолет, но, насколько знаю, используется до сих пор. Моделька, скорее всего, взята из второй армы. Чем хорош этот самолет, ребята, здесь реализована ракета Storm Shadow. Толку с нее, на самом деле, в арме не сильно много. Но куда вы будете стрелять из этой ракеты? Она летит там на сколько? На 150, на 200 километров. В арме таких карт нет. Оценим с вами кабину. И вот она у нас явно из второй армы. Куча мыла, как вы видите. Выдает он еще, кстати, ошибку некритичную при старте. Но в целом вроде как все полностью рабочее. Сейчас мы с вами посмотрим, как он ведет себя в воздухе. Это важно при взлете. Работает ли у нас вооружение. Разгоняемся, взлетаем. Немножко его покачивает, но в общем-то взлетать достаточно просто. По идее, судя по конструкции крыльев, этот самолет у нас с изменяемым вектором крыла. Шасси убираются корректно. Каких-то дополнительных функций нет. Есть у нас, кстати, возможность пересесть на место бомбардира. Да, кстати, видите, крыло работает. Меняет свое положение при увеличении скорости. Смотрим, работает ли у нас стрельба. Да, вроде как. Я, правда, звука не слышу. Бомба уходит. Не, ну все работает отлично. Так как здесь, ребята, можно настроить пилоны, соответственно, типов вооружения этот самолет может нести очень много. Не только Storm Shadow, которые в этом аддоне в арме реализованы впервые.
Давайте пустим ее. Ну, вот так вот она пошла. Да, вот, включилась. И она же, по идее, нас должна догнать, да? И перегнать. Нет. Интересный модик. Ушел в мою коллекцию по армии Украины. Если вам понравился мод, ставьте лайк. А вот этот аддончик добавляет в арму, ребята, К-26. Это первый советский, исключительно гражданский вертолет от Камова. Моделька, ребята, как пишут авторы, перекочевала из одного из авиационных симуляторов. Причем моделька, как говорят, очень старая, ей больше 10 лет. Тем не менее, выглядит все просто потрясающе. Там еще и мега крутая кабина. Вертолетик поставляется у нас как в нескольких гражданских вариантах, так и в военных. То есть парк вертолетов, как видите, большой. Есть вот такой даже, ГАИ. И оцените, насколько качественно сделана кабина. Что значит все-таки модель взята из авиационного симулятора, пусть даже старого, древнего. Вот что меня удивило, ребята. Здесь работают часы. Вы можете вспомнить какие-нибудь аддоны авиационные, где бы прибор вот так вот работал, даже с выключенным двигателем? Часики, чтобы двигались. Я такого не помню. Текстуры четкие. Все прекрасно видно. Приборная панель работает. Да, кое-где присутствует мыльцо. Но зато надписи все верные. Вот такую модельку, такой вертолет не стыдно было бы даже в саму арму монтировать. Смотрим, как работает сам вертолет. Звук двигателя немножко странный, как у какого-нибудь шахеда или мопеда. Взлетает без проблем, шасси у него не убираются. Можно открыть дверь со стороны пилота. Очень интересный звук внутри кабины. Не, ну круто смотрится. Еще раз проверяем приборную панель. Она полностью, ребята, рабочая вообще. Шикарно, просто говорю. Это один из лучших вертолетов за последние пару месяцев, точно. Одна беда, что он снят давно с производства и, скорее всего, уже давным-давно не эксплуатируется. Но управляется легко, приятно, неторопливо. Есть полностью разрушенная моделька, там ничего особенного. То есть просто меняется моделька на разрушенный вертолет и текстурки меняются. Вертолетик отличный. Единственное, чего можно ему предъявить, но это уже движок кормы. Это к тому, что мы на этом вертолете можем легко совершать фигуры высшего пилотажа. Например, бочку. Да? Реальный вертолет такого сделать точно не может. Если набрать достаточную высоту, можно сделать петлю Нестерова. Я уверен, что без проблем он это делает. Ой, он и так. Ух ты, нифига себе. Он петлю Нестерова делает практически на одном месте, почти не снижая высоты. Но это ни в коем случае не укор создателям этого мода, потому что, ну, таков движок. Сейчас мы попробуем сделать жесткую посадку. Гробим этот вертолетик, да, и вот у нас появляется моделька полностью уничтоженного К-26. Следующий модик особенно дорог моему сердцу и близок, это лодка Прогресс 2. Почему? Потому что в свое время на такой накатался достаточно много, даже умел порулить ей, рыбачил на ней. Поэтому эту лодку я знаю хорошо. Поставляется она, к счастью, в нескольких расцветках. Сейчас мы посмотрим, какие тут есть. И серый. Ну, серый у нас немножко отдает голубизной. Ребята, которые сделали этот модик, реально молодцы, большие. Я его точно буду использовать.
Движок у нас Вихри. Посмотрим. Да, сделан у нас правильно винт. Все сделано. Вот реально очень круто, ребята. Табличка даже есть. Ручки переключения. Если придираться, единственное, что не реализовали, здесь должны проходить от руля тросики управления. Кнопка включения-выключения двигателя имеется. Кроме того, в этой модельке должны быть весла. Видите, у нас вот здесь уключены есть. Это специально для весел, если двигатель заглохнет, чтобы вы посреди реки не остановились. Весла у нас где-то вот здесь хранились. Смотрим дальше. Также можно было бы добавить емкость с бензином. Обычно сюда куда-то ставили или сюда. Но в целом все сделано очень круто. Мне нравится. Вот этого бортика, если честно, я не помню. Но может быть у меня была моделька Progress, а не Progress 2. Или я забыл, просто давно уже катался. Здесь у нас специальный люк со всякими прибамбасами. Туда обычно кидают спасательный круг. Или спасательный круг устанавливали вот сюда прямо. Смотрим с вами, как реализованы потертости. Единственное, к чему еще можно придраться, это к тому, что у нас заклепочки. Видите, это просто текстурка. Ну, делать уже выпуклые заклепки, это, наверное, было уже слишком. В целом, ребята, моделька точная, ну, где-то процентов на 98. Тут говорю, совсем мелочи. Нет тросиков, нет весел. По-моему, вот здесь должен быть бардачок, то есть дверка открываться. Бак с топливом. Ну и, наверное, так по большому счету все. Тестируем с вами эту лодочку. Приятно, что сделали анимацию грамотную. Видите, рука лежит у нас на ручке переключения. Не, ну шикарно. Хороший звук стандартный, как я понял. Хорошее поведение. Прогресс мне очень нравился. Это, ну, такая почти премиум была лодка для массового пользования. Она тяжелее, вмещала в себя 5 человек. Разрешено было перевозить на ней. Хорошо с нее было рыбачить. Не, ну ведет себя отлично. Вот чувствуется нормально, как лодка. Я бы очень хотел попросить авторов этого мода, пожалуйста, добавьте еще лодку Крым. У нас в арме есть Казанка, есть Прогресс, можно добавить Южанку, Северянку и Крым. Но Крым важнее, потому что Крым достаточно популярная была лодка. Не, шикарная, шикарная моторка, уходит в мою коллекцию. А на этом, ребята, пожалуй, все. Вот такие модики я нашел для вас. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делайте арму, а не войну. Пока-пока.